Любовь к себе, самодисциплина и принятие себя со всеми достоинствами и недостатками – это три великих волшебника. Если красивая девушка лишена самодисциплины и любви к себе, то со временем ее красота потускнеет. Зато, казалось бы, совсем обыкновенная женщина становится и очень привлекательной, если она любит себя, ухаживает за собой и соблюдает самодисциплину. Трудно быть красивой, если вы ленивы и негативны. Красивая женщина создает и формирует свой облик сама. Например, если вы полноватая, не надо мучить и истязать себя всевозможными диетами и голодом. Примите себя такой, какая вы есть. Полюбите свое тело. И вы увидите, как оно станет радовать вас. Ешьте поменьше, маленькими порциями, и займитесь танцами, зарядкой или другими физическими видами активности. Очень рекомендую совместить занятия йогой и танцы живота. Получается поразительный эффект.